твоих сердцах. Верь и действуй, бочкар, вперед к победе, жми до конца. И тебя не сломают неудачи. Раз за разом снова в бой, и друзья твои всегда с тобой. Это лига бочкар, боли сделалась в твоих сердцах. Верь и действуй, бочкар, вперед к победе, жми до конца. Мы друзья с тобой навсегда, пусть нам трудно иногда. Давай, вставай, мча к победе. Софи Суперзвезда. Часть первая. Софи, послушай. Сегодня у нас съемки. В 2 часа редакция журнала «Вочкар». В 5 компания безопасности. А потом у тебя литературное телешоу, так что заранее прочти сценарий. Ай. Я только что снималась. Я немного отдохну. Отдохнешь в машине. Меньше слов, мы спешим. Ой. Послушайте, вы ведь Софи? Ну, конечно, это Софи. Можно автограф? Простите, мы очень спешим. Всего-то 1 секунда. Автограф. Ну, пожалуйста. Нет, фотография. Всего пожалуйста, один. Я вас скажите, очень прошу. Простите, мы я опаздываем. Отлично. Позвольте пройти. Отлично. Люсия. Мы так вас любим. Я очень вас прошу. Пожалуйста, куда же вы? Ну, уходите. Софи. Не могли бы вы ответить на вопрос? Что нас ждет дальше? Стоит мне отвлечься. Фотографироваться. Все равно не уйдешь. Софи! Авен, это просто прогулка. Что? В чем дело? Прошу вас, помогите! Она хочет меня увести! Пожалуйста! Похитить? Не бойтесь, я с вами. Отлично! Он славный! Мой тип! Софи, мы уже опаздываем. Пойдем. А, я не хочу. Я вас даже не знаю. Софи, прекрати. Пойдем быстрее. Стойте. Вау, такой смелый и красивый. Я боюсь. Пожалуйста, помогите. Софи, что за глупости? Она говорит, что не знает вас. Не знает меня? Я ее менеджер. Менеджер! Какой менеджер? Я не знаю, что это! Софи, ты... Тут что-то не так. Послушайте, я позову полицию. Разве вы не смотрите телевизор? Софи – актриса, а я – менеджер Софи. Но я не знал. Софи! Опять! Опять не вышло. Мы очень не сожалеем. У вас новая миссия. Теперь мне нужен вотчкар по имени Люсия. Люсия?
Вочкар суперзвезды Софи? Значит, мы встретимся с Софи. Возьмем автограф. Простите, хозяин. Идиоты. Это очень важный вопрос. Сверхзвуковую атаку Люси не ощущают люди, но она причиняет боль вочкарам. Если добавить эту технологию к монстр-карам, мы получим нечто экстраординарное. На этот раз не ошибитесь. И начал! Мы обязательно доставим эту Люси! Свобода затянулась. Мы съели мороженого сколько хотели. Да, Люсия? Вечно говорит мне, что делать. Живу по ее указке. Я хочу играть. И я хочу, чтобы у меня был парень. Не бойся, я с тобой. Парень, которого я встретила, был очень славным. Встретить бы его снова. О, неужели это вы, Софи? Мы ваши поклонники. Мы с наслаждением смотрим все ваши шоу. О, Софи, я видел вас в драмах, фильмах и мюзиклах. И вы совсем юная, но такая талантливая и знаменитая. У вас такой высокий рейтинг. Вы ведь Софи, верно? Я не ошибаюсь. Да. И вы сейчас передо мной. И такая милая, красивая. А можно ваш автограф? Конечно, пожалуйста, вот. Автограф Софи. Не верю. Класс. А можно и здесь тоже? Да. И здесь. О, пожалуйста. Глупец. Отдайте, кто вы такие? Простите великодушно, но вашего чкар мы забираем с собой. Спасибо за автограф. Я ваш поклонник номер один. Пока! Стойте! Нет, Люсия! Люсия! Но это же... Помогите! Они только что украли мой вочкар! Что? Вперед, Аван! Люсия! Кто-то нас преследует! Брось! Кто может нас догнать? Глупый! Догони, если сможешь! Все, догнали. Нет, это снова он. Дурачок. Давай, покажи ему, кто быстрее. Поднажмем. О-о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 -
О! Настырный никак не отстанет. Ну, а вон... Стальная пушка. Огонь! Люсия! Люсия! Люсия, как ты? Я вам так благодарна! Ненавижу! Ладно, это еще не все! Монстр-кары, вперед! Не бойтесь. Аван, за дело! А, какой он смелый! Как ты смеешь мешать нам? Я проучу тебя, запомнишь это на всю жизнь. Я не позволю вам похищать вотчкары. И что ты сделаешь? Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году. Силен соперник, но крепко верим. Мы добьемся успеха, покажи, чего стоишь ты. Чужие победы ни при чем, помни первое место ты. Завоюешь своим трудом. Это лига Вотчкар, боли, смелость в твоих сердцах.